Центральная городская библиотека не только для книг. Это еще и пространство для неформального, свободного общения. Поэтому здесь нашлось даже место для любителей роп-скиппинга. Идея подобного сотрудничества у библиотекарей и спортсменов появилась во время совместной работы на форуме «Заречные городские сообщества в действии». На форуме мы сидели за одним столом и очень близко подружились, познакомились. И нас пригласили на открытие показать одну из площадок, это летник. И мы покажем своим выступлением, что можно делать на этом летнике. Самое важное, что я для себя отметила, это объединяться различным группам населения. И тогда создаются уникальные проекты и генерируются разные идеи вместе. И хотя мы такие все разные, получается очень интересно. Новое лаунж-пространство «Открытая дверь» приглашает в гости всех активных горожан. Проект, который был придуман и разработан на форуме «Заречные городские сообщества в действии», начал свою работу. Эти два дня нам дали возможность объединиться нашей группой, стать сообществом. И мы решили, что та идея, которая нам очень близка, она не нова. Говорилось о том, что очень много в городе есть высказываний о том, что негде собраться, прийти свободно провести время, неформально, без напряжения, в любое время года, чтобы тебя там ждали. Объединиться для полезного дела, реализовать свою идею на благо родного Заречного и его жителей – это основная цель проекта «Открытая дверь». На презентации лаунж-пространства специалисты информационно-библиотечного объединения провели экскурсию по помещениям, где могут собираться участники различных городских сообществ. Например, первый этаж может выполнять функции мультимедийной зоны. В читальных залах на втором этаже разместился интеллектуальный центр, в детской библиотеке – семейный клуб. Четвертое пространство – самое универсальное. Самая любимая наша площадка – это улица. Она у нас сейчас называется «Летник». Зимой она у нас называется «Зимник», весной – «Весенник», и так уже до осени – «Осенник». Сейчас у нас только два сообщества с нами уже до открытия ведут переговоры. Первое сообщество – это клуб вот как раз молодых бабушек. И второе сообщество – они презентовались во второй день форума самыми последними без тормозов. Работники Центральной городской библиотеки уверены, что место в лаунж-пространстве «Открытая дверь» найдется для всех желающих. Здесь есть все возможности, чтобы городские сообщества смогли придумать и разработать любую идею или проект, которые способны изменить жизнь в городе к лучшему. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».